Если вы любите бутерброды или перекусы в течение дня, тогда рекомендую приготовить сочную домашнюю буженину из говядины. Берите на заметку мой рецепт. Вкусное и полезное блюдо из говядины можно очень просто приготовить в домашних условиях. Буженина из говядины – отличная альтернатива покупным колбасным изделиям. Ее можно подавать на завтрак, в качестве перекуса и даже поставить на праздничный стол. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте необходимые ингредиенты. Говядину лучше брать лопатку или заднюю часть. Зачистите мясо от пленок и жил, помойте и тщательно вытрите бумажными салфетками. Всыпьте к мясу приправу, сухой чеснок и паприку. Влейте растительное масло хорошего качества, посолите и поперчите по своему вкусу. Натрите говядину специями и маслом со всех сторон, отставьте пока в сторону, чтобы пропитывалось ароматами, пусть постоит минут 30. Вкусняшки, подписавшимся. Сложите фольгу в два слоя, выложите на нее говядину. Плотно замотайте мясо в фольгу, переложите в любую удобную форму, влейте на дно немного воды, отправьте мясо в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 1 час, затем уменьшите температуру до 170 градусов и запекайте еще час. Спустя время извлеките мясо из духовки, проколите фольгу, слейте выделившийся сок, остудите говядину прямо в фольге и в ней же отправьте в холодильник до полного остывания. Спустя несколько часов тоненько нарежьте буженину и подавайте в качестве холодной закуски. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты. Говядина 1 кг. Масло растительное. 2 столовые ложки. Чеснок гранулированный, 3 столовые ложки. Приправа для мяса, 1 столовая ложка. Паприка копченая, 1/2 столовой ложки. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Количество порций, 10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся.